Привет, меня зовут Семен, и давайте поговорим на тему будущее образования. Сейчас вы видите вот такие вот замечательные картинки, которые я нашел в интернете по ключевому слову будущее образование. Даже интернет подсказывает нам, что видеоуроки и информация в будущем будет преподноситься при помощи вот таких вот интерактивных технологий и дополненной реальности. Передо мной находится стекло. Эта технология была придумана несколько лет назад в Америке, и я один из первых в России, кто начал производить такие доски. Сейчас мы записываем видео через программу, которая автоматически зеркалит видео. Для чего вообще мы производим наши инновационные видеостудии? Скорее всего, это для онлайн обучения. Эта доска как инструмент для создания видеоуроков. Наша доска позволяет писать разными цветами. Это вот уже зеленый. Всем спасибо, заходите на наш сайт. Пока.